Всем, да, всем доброе утро. Good morning. Едем встречать подписчиков, которые будут помогать. Так, вот идут наши друзья. Сейчас что, будем их размещать, или? Да, втроем. Так, где-то кого-то потеряли. Вот они, наши помощники. Здравствуйте, заблудились? Здравствуйте. Привет, привет. Привет. Здрасте, вы тоже с нами, да? Хорошо. Так, набился почти полный бусик. У нас Касочка беспокоится там. Доброе утро всем. Наши помощники сразу пошли к братишу. У нас 9 утра. Дима. Братиш, ты чё яблоки не ешь? А, братишка. Братишка. Это вот так большая редкость, что вот у волка такое поведение. Ему 5 месяцев. Ну, у меня Акела в 5 месяцев мог схватить и палец откусить чужому человеку. А он вообще очень такой. Он потому что где-то думает, что он человек. Он с людьми жил с 2 недель, его выкармливали. И он больше думает, что он человек, чем какое-то любое другое животное. Да, братиш? А вот Фурия уже туда нельзя руки сувать. Она может затащить очень сильно. Выходи, братик, выходи. Идите, идите. Туда, на солнышко куда-нибудь, чтобы хорошо видно было. Все. Обцеловал. Да вы не стесняйтесь, можно ж, у нас время пока есть. Вы можете кадров побольше делать. Пока не съешь. В целом ты гладишь кося, только пожестче. Все, обцеловал. Можешь прикусывать где-то. Ничего страшного, если будет прикусывать. А телефон кто-то не достал. Тихо, Таха, а ты куда лезешь? С какой он нежный. Такой большой, такой сильный. Но он еще не отошел от дороги, он веловатый все равно. Они настолько, ну, жестковатые в этом вообще во всех планах. Что один рывок и там пол этого нету, зацепит ногтями. А он сейчас такой вяленький, все равно еще не восстановился до конца. Ну, лапы 9 дней он, считай, не ел, не пил особо. Не ел? Нет, его не кормили. Я говорю, одни кости были. Это у него вот этот хвост опущенный, вот это он виляет, это подчинение, он как бы не опасен в этот момент. Но они бывают и обманывают, вот так делают взрослые волки, и потом в горло цепляются. Обратно машина. Тихо. Не откуси мне лицо. Она мне еще надо. Я им торгую время от времени. Ха! Шутки, прибаутки. Дорогие друзья, вчера вот докрасил крышу дома. А вот приехала наша скважина. Будут сегодня, сейчас точнее, пробуривать воду. Решили бурить ее возле дома практически, рядом с бытовкой. Начинается процесс бурения. Посмотрим, дорогие друзья, сейчас. Дерево спилить? Сейчас я его. Просто я не помню этот.
сюда, да, куда-нибудь. Да? Не бойся, не бойся. На. Друзья, первый песчаник пошел. Сказали, глина 4,5 метра здесь. Каждого своя работа, кто-то красит, кто-то делает столик, кто-то ждет, кто-то бурит, кто-то утрамбовывает дорогу вот таким ПГС. Пробурили нам скважину. Поехал. И ништяк вообще сидеть вот так. Мы обедаем. Все плодотворно поработали. Да, да. Картишки, значит, это вот все самое. Чекушечка. Вот. Сейчас покажу нам Роберт, наш дорогой подписчик, привез нам воды, чтобы мы пили. Чистенькую воду. Сказал, очень хорошая. Какого-то источника вот эту штучку подогнал, аж 4 штуки, так что пить есть все. Можете погладить, не бойтесь, он нормально, видишь, поведение хорошее. Не бойся, не бойся, дай, дай, не бойся. Да, конечно, было бы супер, если она контактная была. Мне кажется, с ней будет только один контакт и последний. Но она жесткая вообще. Она, если вот сейчас увидели, как она на таху. Но у нее, видите, полы не покрыты. Вот мы ее будем перегонять сюда. Здесь все красить, полы поднимать, делать зазоры. Мы неправильно сделали. Это отец уже приехал, подсказал. И покрывать полностью краской. Ну, полы надо между досками там, да, прям зазоры вот такие делать. А, чтобы вода стекала? Да, 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 и там керхером вот проходиться, а, керхер, да, потом возьмем. Братиш, я тебе не понравился, да? Сейчас нормально, попробуй погладить его. Братиш, я тебе цвет сделал. Чтобы все твою красоту выделать. Да, братиш? Хорош. Ну вот и подходит день к концу, друзья. Садится солнце. Сегодня было много гостей на участке. Вот такие лавочки сделал у нас Саня. Тамара все красит внутри. До сих пор он лаком покрывает. Здесь я. Темно, правда. Сейчас лавочки тоже антисептиком покрываю, как и дом. Чтобы были под цвет дома, здесь поставим. Там у нас вовсю кипит работа. Такой стол сделал. Саня тоже под дерево. Тут у нас сегодня
докрашивали вольеры, вот эту сторону. Фурию до сих пор мы не можем перегнать. Пока что так, как есть. Вот Эльза, Таха, братиш, 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 братиш и Фурия. Остался только Фурии вольер четко сделать все, и все готово будет. В принципе, все хорошо, друзья. Всем доброй ночи, приятных сновидений вам. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы припозднились, решили в воскресенье немножко поспать. Сейчас я покажу вам братиша, они уже тут завыли, скучают очень сильно за нами. Вольеры практически готовы. Надо будет сейчас с Керхером разобраться. Что ты, мой маленький, иди сюда, мой сладкий. Вот ты какой хороший, сейчас гулять пойдем, гулять, гулять. Сейчас с тобой Александр погуляет. Сейчас мы возьмем. Вот, сейчас тебя. Сейчас. На улице тебе тогда дадим не вольере, на улице покушать. Фурия, привет. Поздоровайся со всеми. Фурия, скажи привет. Что? Чего рычишь? Ну, посмотри сейчас, что будет делать. Ну, подходит. А ты, неженка. Ах ты, хватать хочет меня. Что такое? Не понял, хвост почему поднимаешь? А, Фурия? Не надо на меня кидаться. Не надо. Ух ты, ничего себе. Ничего себе, братиш, у тебя вой. Как у взрослого волчары. Как у взрослого волчары. Сейчас я тебя выпущу, сейчас. Очередной день. Очередной выгул братиша. Как всегда, одно и то же. Приехали, взяли братиша и пошли гулять. Братиш вообще из клетки выскакивает быстро, а в клетку залазит очень долго. Ходишь с ним вокруг клетки, гуляешь, пока он обратно зайдет. Вчера вообще закидывали его в клетку большой толпой. Все подсаживали, все подталкивали. Сегодня он более подвижный такой. Мне даже нравится, как-то он больше прыгает, бегает, осваивается хорошо. Фурия очень сегодня агрессивно себя ведет, очень агрессивно. Я не знаю, как он ее будет чистить. Короче, мы сейчас отойдем, и некому будет бежать спасать его, если что. В парке работа кипит, дел очень много. Но все равно о животных нельзя забывать. Надо гулять, социализировать, чтобы они хорошо к людям относились. Слушай, ты говорил, Акела нормально тянул? Ты посмотри на этого! Смотри! Вообще чиканутся! Я его еле держу! Мясо! Мясо, айда сюда! Иди сюда! Ну сейчас он... Он должен привыкнуть, что это съемка идет, понимаешь? Акела уже привык к каких-то моментов и позирует. А он, видишь, воспринимает это как какую-то угрозу, что я заберу там или еще что-то. Ну а если на меня не будет, я ничего не сделаю. Все, стой, Саня, на месте, не шевелись. Ну так, блин, конечно, не шевелись, не шевелись. Ты что? Рука болит. Братиш.
Таша, прекращай. Иди сюда. Конкретно бросался и кусал. А он все равно показывает, но до поры до времени, я думаю, цепи не было, он бы мне прикусил бы. Нормально, братиш, ешь, ешь, тебя никто не обижает, успокойся. Тебе все самое лучшее дают, витамины, кальций, дают печень, сердечки. Сейчас целую курицу 2-килограммовую дал. А ты неблагодарный, да, 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 да. Да, я же сказал, не сдвинусь с места тебя. Назад больше не пойду. Нет, бить их не надо. Это 100%. Один раз ударишь, все, на всю жизнь будет вот такое поведение у него к тебе. Если хоть раз ударишь его. Он сейчас поест спокойно, акклиматизируется, попьет, и все, и начнется у него ласка, любовь. Да, Сань? Да, да. Саня стоит тоже уже подустал, да, его дергание? Давай, давай, доедай. Обиделась на меня. Надо с ними поласковее, более тоже не выдерживаешь иногда, где-то подкричишь, где-то что, надо просто игнорировать их. Самый лучший способ это проигнорировать. Пойдем, братиш, бери с собой. Бери с собой, пойдем. Братиш. Пойдем. Давай, отойду.